Ой, Арсен Давыдович, включите, пожалуйста, гитару и голос. Один. Для вас поет Александр Соболев. С вами был Степан Соболев. Совершенно верно, Полина Соболева. Это как узнать вообще? Как мальчишка и смелый, да и без лишних слов ты поняла. Тебе сказал я все, что ты хотела, и ты меня не прогнала. Да, не свободна ты, и я не очень холодно сложен голос, и у моей совсем не тех живет. По карте выше только север полюс, и в холоден будет вагон. А везде тоже зимой не сладко, но только солнце растопит снега. Стихами полнится клетку тетрадка, и раздувает ветер паруса. И оба знаем, любить одиночку мучительно больно и не смешно. И очень хочется поставить точку, но почему-то всегда есть ноль. И оба знаем, мы любить в одиночку ужасно больно и не смешно. И очень хочется поставить здесь точку, но почему-то опять есть ноль. Такого лета, когда весь месяц одни дожди, и плохо мне деревни дед. С тобой мы были совсем одни. Я помню, ты песню добавляешь.
48 балконов у этого дома, и на все 48 хоть один бы цветок. Что за люди живут в этих серых коробах? Ароматы земли не пустить на порог. Неужели стихов здесь не пишет поэт и не плачет небесный от внезапной тоски? Прожимающий здесь неужели не надо, чтобы виться жасмин и дышаться с небой и цветок за окном, как подобие сада, говорил о природе тяжелой ручной. По растениям чужды незнакомы вам птицы, вам не знающим песен любви и стихов. Вас обходят дожди, вам не светят зорницы. 48 балконов, 48 балконов, 48 балконов, и все без тебя. Пауза. А как есть?